слушаете «Радио Болткома». Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». Подоплёка. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы говорим о такой грустной, напряженной теме, можно так сказать. Это тема кризисов в жизни человека, которые возникают и которые помогают решать наша сегодняшняя собеседница, ее сотрудники. Это Астра Озола, она руководитель кризисного консультационного центра, и сайт этого центра находится по адресу skalbes.lv. Там же находятся телефоны круглосуточные доверия, по которым можно позвонить, получить квалифицированную помощь в случае, если вы почувствовали или ваш кто-то из ваших близких почувствовал какое-то состояние безысходности, состояние там депрессии, даже будем так говорить. Мысли какие-то возникли, так сказать, направленные против самого себя, то есть суицидальные мысли. И тема эта у нас возникла потому, что буквально, наверное, уже почти месяц назад эта тема обсуждалась на заседании Кабинета министров, и тогда вот специалисты, в том числе Астра, обратили внимание на то, что количество обращений на телефон доверия резко выросло во время пандемии, потому что у людей накопились разные проблемы, связанные с этой переживаемой нами всеми ситуацией. И вот сегодня мы об этом хотим поговорить подробнее, чтобы Астра рассказала нашим радиослушателям и нашим зрителям, которые потом в Ютьюбе будут смотреть эту программу, о том, что же делать, если такая ситуация возникла, и она кажется неразрешимой, безысходной, тупиковой и так далее. Есть ли возможности найти выход из такой ситуации? Добрый день, Астра. Добрый день. Итак, как вы уже сказали, правительство изыскало средства для того, чтобы помочь вашему центру, увеличить, так сказать, мощность работы, да? Вы стали гораздо больше получать звонков, обрабатывать этих звонков. Расскажите, пожалуйста, вот по вашей статистике, кто обращается, мужчины, женщины, как изменилась аудитория вашей службы во время пандемии? Во-первых, небольшое уточнение. Я не являюсь руководителем всего центра, я являюсь руководителем этого проекта, который с помощью Министерства здравоохранения мы смогли реализовать. Но, во всяком случае, это очень интересная и очень важная тема, о которой мы сегодня поговорим. В последнее время, проект начался с 1 февраля. И по статистике, специально для сегодня я посмотрела статистику на сегодняшний день, мы получили с 1 февраля больше 5000 звонков от людей. Если эту цифру сравнить с таким же периодом в прошлом году, то это было немного меньше 2000. То есть мы видим, что число звонков выросло в 2,5 раза. Конечно, это является, вызвано в какой-то мере, вызвано ситуацией в стране, пандемией, кризисом, но, во всяком случае, мы можем на эту цифру посмотреть и с другой стороны, потому что кризисный центр существует уже 22 года, и все это время, 31 мая мы их справили, 22 года кризисного центра, и все это время работал и кризисный телефон. Но мало людей знали об этом. И эта помощь или дополнительное финансирование, которое мы получили от Министерства здравоохранения, дало нам возможность объявить людям, больше дать информации, что такая помощь существует, что это первый шаг
где люди могут обращаться в трудных ситуациях, в ситуациях, когда они чувствуют себя неоцененными, как-то ущемленными. Если они, ну, другие негативные разные эмоции, которые они ощущают и которые мешают им жить. И вот это вот очень большое дело, которое мы сделали, что люди теперь знают. Конечно, мы видим и новую аудиторию. За это время мы увидели, что если раньше мы не ощущали этой аудитории, то теперь мы видели, что и люди, которые высокообразованные, которые ну, действительно как бы кажется, что справляются со своими проблемами, знают, как их решать, но все-таки они услышали о нас и нашли возможность позвонить. Это очень важно, потому что люди не все, ну, как бы у нас в обществе существует, ну, еще старые стереотипы. Не говорить о своих проблемах. То есть я должен быть сильным, я должен со своими проблемами справляться сам. Но это не совсем правильно. Если эта проблема не уходит от вас, если вы к ней возвращаетесь в своих мыслях, если вы думаете о ней, то она не пропадет сама собой. Ее как-то надо решать. И вот это вот эмоциональное равновесие восстановить, это возможность. Вот первое, что мы можем сделать, это позвонить на телефон кризис. Дополнительно к этому мы получили еще возможность людям предлагать консультации, отдаленные консультации психологов. И тоже видим, что для очень многих людей это было первое как бы знакомство с психологом, что они вот раньше никогда не обращались, а теперь как бы на этой удаленной возможности попробовали и ищут уже другие пути. Там можно было получить 10 консультаций одному человеку. Но мы чувствуем, что есть люди, которые и звонят, и просят, какие возможности есть еще дополнительно получить консультации, что они почувствовали, что это им помогает, что они видят выход. Астра, скажите, а вот эти консультации, которые оказывают, будем так говорить, вашим клиентам, как можно вообще на них попасть, получить направление семейного врача, или это ваш консультант, когда разговаривает с человеком, может ему это рекомендовать? Ведь, в принципе, человек обращается к вам анонимно, и вы не узнаете ни его там имя, фамилию, ни его возраст, ни его там социальный статус, ну, не знаю, какие вы вопросы там задаете, и нужно ли это на самом деле для вашей статистики. Но каков путь вот к этим консультациям уже индивидуальным и углубленным? Ну, здесь немножко отступлю к первому шагу, если человек позвонил на телефон кризис. На данный момент этот телефон 67222922. На нем работают параллельно две линии до 30 июня. И когда заканчивается этот проект, да, и люди, которые работают на этой линии, телефон круглосуточный. Вы можете звонить в любое время суток. Как только почувствовали, что вам этот разговор нужен, вы звоните. Консультанты у нас обученные по программе кризисной интервенции. Они опытные, уже много часов отработали на этом кризисном телефоне. И многие учатся на психологов, есть и магистры, есть и люди, которые закончили психологию учиться. То есть они уже могут по разговору понять, стоит ли предлагать человеку, ну, что может быть как следующий шаг, может быть вот такая консультация уже с психологом. Во время проекта у нас была возможность предоставить эти консультации, как я уже говорила, по 10 консультаций отдаленных без направления семейного врача, и люди действительно это используют.
Теперь дополнительно есть еще новый проект, который совсем недавно начался, в конце мая. Это возможность получить 10 консультаций с направлением от семейного врача или психиатра. Люди будут обращаться к своему семейному врачу. Потом на страничке НВД есть все специалисты, которые по всей Латвии, которые эти услуги предоставляют. Там тоже возможность отдаленных консультаций есть, но и есть возможность консультаций уже на месте. Лично. Вместе с психологом. Личные, да, консультации. Поэтому сейчас вот столько возможностей, сколько сейчас дает государство в это время, на самом деле никогда не было для людей. Скажите, и мы очень хотим, чтобы люди будут использовать. Да, прекрасно. Ну вот интересно, как вообще вот эти проекты созревали, как они проходили через нашу какую-то государственную машину, ведь на любой проект, во-первых, нужно финансирование, во-вторых, нужно какой-то бюджетный цикл проходить, и очевидно, что не так все быстро это делается. То есть Министерство здравоохранения с помощью специалистов еще в прошлом году обратило внимание, что градус такой вот депрессии в обществе нарастает, и нужно с этим что-то делать, и в том числе увеличивать мощность вашей службы. Или какие-то другие причины и другие механизмы тут действовали? На самом деле, в какой-то мере мы можем похвастаться, что действительно мы шли на это решение, потому что мы уже видели раньше, что действительно число людей, которые звонят на телефон кризиса, растет. И это была наша инициатива, наши специалисты написали проект, который мы предоставили Министерству здравоохранения о поддержке кризисного телефона. Потому что до сих пор, на самом деле, кризисный телефон существовал благодаря Рижской думе, департаменту благосостояния, которые финансировали нас для поддержки кризисного телефона. Но поскольку уже ситуация была настолько напряжена, что нужны были дополнительные люди, дополнительные линии, чтобы принять все звонки, которые приходят. Вот была наша инициатива, что нужно все-таки это дело поднимать уже на государственный уровень. Нас услышали, это был длинный путь, но нас услышали, и когда уже зашел разговор о том, что нужно смотреть на финансирование, надо давать людям действительно на психологическую помощь, то в том числе и была принята наша эта инициатива о дополнительных ресурсах, которые дают нам возможность работать больше. К тому же мы обращались тоже в Министерство здоровья о том, что на самом деле в Европе существует единый номер кризисный, который одинаков во всех странах Евросоюза. И социальные вопросы, которые решает этот телефон 116, 123. Так быстро его внедрить не удалось сразу, поэтому как переходный период был это дополнительное финансирование для уже существующего телефона. Но мы очень ждем сейчас результаты конкурса, который прошел в НВД на внедрение этого единого телефона, который будет уже работать так же, как работает в других странах Евросоюза. Мы подали заявление, но еще ждем результатов. Надеемся, что у нас будет возможность также продолжить работать на кризисных линиях, потому что специалисты у нас действительно знающие и уже очень-очень долго работающие на
этой линии. Я напомню радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. У нас на прямой связи через Zoom Астра Озола, руководитель проекта кризисного телефона доверия. И вы можете обращаться к ней с вопросами, с вашими замечаниями, может быть, какими-то наблюдениями. А мой вопрос такой. Ну, во-первых, как говорится по азбуке менеджмента, увеличить мощность любого предприятия там даже на 50% – это очень такая серьезная задача и очень непростая. А вы фактически увеличили количество принимаемых звонков в 2.5 раза. Что вы сделали для того, чтобы вот эти объемы переварить? Сколько людей вам пришлось новых рекрутировать в ваши ряды, какие тренинги с ними провести, как построить работу там, в утреннее, в дневное, вечернее время, когда вот, кстати, пик звонков – это ближе к вечеру, в ночные часы, или это не зависит от времени суток? Мы пробовали собрать такую статистику. На самом деле нет таких очень ярко выраженных времени, когда люди mm-hmm. звонят. Вот то, что мы видим, что ночью звонки их немного меньше, но они тяжелее. Mm-hmm. То есть намного чаще люди с суицидальными мыслями mm-hmm. звонят вечером или ночью. Действительно выросло... И процентуально выросло число людей, которые об этом задумываются, которые уже думают о самоубийстве, у них появляются такие мысли. Есть примерно 3% звонящих, это такие, которые уже имели опыт. Mm. Уже пробовали. Свести счет из жизни, да? Mm-hmm. Да, то есть... Наша работа, что делают наши консультанты? Наши консультанты, их работа главным образом в том, чтобы выслушать человека. Это проблема, которая у нас очень ярко выражена в обществе, что мы вроде как слушаем человека, но не слышим его. Uh-huh. И человек, говорящий, который имеет вот эту вот проблему, он хочет с кем-то выговориться, он говорит, но он чувствует, что его не слышат. Uh-huh. И вот наша задача консультантов — это в первую очередь выслушать людей, помогать им увидеть свою проблему со стороны. Мы им показываем вот их слова. Мы ведь не знаем ничего об этом человеке. Мы не задаем вопросы личного характера никакие. То есть у нас имеется только та информация, сколько человек был готов на тот момент рассказать. С этой информацией работает консультант. И он показывает, ну, я слышу, что у вас проблема такая. И человек уже видит вот эту проблему со стороны. Он может высказаться, mm-hmm. он может дать причины. А главное, в чем заключается разговор, мы помогаем человеку находить ресурсы решения этой проблемы. Ведь они у нас у всех есть, но просто мы сами пока не поставили себе вот такой цели найти решение, пока мы не увидели эту проблему со стороны, мы даже не знаем, как ее решать, и нам кажется, что она неразрешимая. Наши консультанты, которые работают, это люди, которые прошли обучение и дополнительно отработали 200 часов при уже опытных консультантах. Ну, как помощники, да? Да, они учатся в процессе. Сначала, значит, идет теоретическая часть, а потом уже люди отрабатывают вот эти вот часы как программу учебы. И когда они проходят эту программу, обычно, 3-4 человека из группы, это в среднем такие, которые почувствовали, что вот это ихние, что mm-hmm. они это хотят, что mm-hmm. они хотят продолжить. И после сколько всего в человек в группе? Обычно это около 20 человек mm-hmm. в группе
и потом они уже проходят вот это вот обучение. Уже не только теоретическое, и не только тренируются один на другого, да, эти проводить разговоры, а уже реально работает при присмотре уже опытных коллег. И вот к этому проекту мы только присоединили тех людей, которые уже достаточно долго отработали на кризисном телефоне. То есть они это делали, потому что чувствовали, что это ихнее, что они могут. То есть как волонтеры они работали или просто периодически? Да, как волонтеры. В основном люди-волонтеры, которые прошли обучение и потом остались работать. Конечно, они это совмещали со своей основной работой. И также и сейчас мы не берем людей на полную ставку работы, потому что работа трудная, эмоционально трудная. И люди, ну, чтобы не выгорели, они должны все-таки ну, как-то лимитированно работать с такими тяжелыми разговорами, проводить их. Да, они должны свое ментальное здоровье беречь. Да, поэтому вот как раз об этом я хотела спросить. Много. Да. После и этого случая, который много. Произошел в Восточной больнице, когда один из медицинских сотрудников покончил с собой, да, и это был такой шок для всего медицинского сообщества, ну, что ну, как бы люди, которые борются за жизни других, вдруг обращают вот эту свою эмоциональную какую-то агрессию против себя, и это, конечно, очень такой тревожный знак. Не хотелось бы, чтобы с людьми, которые работают на переднем крае, действительно такое происходило. То есть, ну, вы сами регулируете эту загрузку, и сколько, в принципе, в орбите вашего центра работает специалистов? То есть, это такая действительно штучная работа, если из группы 20 человек остаются 3-4, то есть, это буквально там каждый пятый, каждый шестой, вот, и, ну, наверное, важно как-то поддерживать вот этот дух помощи, дух сострадания к другим людям и дух, ну, работы на общественное благо фактически. Да, у нас очень сплоченная команда, причем люди, ну, все-таки это работа в трех сменах. Да, это по 8 часов в трех сменах и работа ночная. Поэтому мы даем возможность людям самим ну, выбирать, в какое время им легче работать. Кому-то легче утром рано, кому-то легче ночью работать. То есть очень-очень смотрим на то, чтобы люди делали эту работу не как обуза, чтобы это не было для них, но они выбирали вот сколько они могут, сколько они способны. И также имеются супервизии, проводятся и для этих консультантов, и для психологов. Так что, ну, очень-очень смотрим на то, чтобы наши люди были защищены сами, ментальное их здоровье не пострадало. Но я уже говорила о том, что многие из наших консультантов, они сами студенты психологического факультета, и магистры, и есть даже такие, которые уже закончили учебу, но продолжают время от времени работать тоже как волонтеры или как консультанты на кризисном телефоне. Ну, то есть, но это для них призвание фактически? Да, да. Можно сказать так, что остаются в Скалбес те, которые это чувствуют как призвание, которые вливаются уже в эту систему, в это общество уже, и как одна большая семья, все работают друг на друга и на то, чтобы помогать людям, которые пришли в трудное положение в какой-то момент. Если говорить, вы сначала меня спрашивали, я не ответила насчет, кто больше звонит, женщины или мужчины. Ну,
всегда было так, что женщины звонят больше, и сейчас женщины все-таки больше звонят, но то, что мы видим, что число или, как сказать, процентуальное соотношение мужчин и женщин, все-таки мужчины начинают звонить больше. Это очень хороший знак, потому что в нашем обществе принято, что мужчина, он сильный, он справится, ему стыдно кому-то рассказывать, что у него есть проблемы. Мы видим, что эта ситуация меняется, что люди действительно готовы принимать эту помощь. Также и к психологу. В основном, как люди, которые записывались, мужчины, раньше не обращались никогда к психологу. А уже после разговоров с специалистами на кризисном телефоне, ну ладно, я попробую. И действительно потом звонят и благодарят, что им это посоветовали, что они действительно почувствовали, что есть место, где они могут говорить о своих проблемах и не чувствовать себя, ну, как бы слабыми, какими-то неправильными, да. Мы все имеем проблемы, мы все имеем разные ситуации в жизни. И не надо стесняться их решать. Для того существует наш телефон, для того существуют наши психологи, чтобы вам помогать. А сейчас дополнительно еще государство дало возможность с направлением от семейного врача получить еще 10 консультаций. Это большой рост для нашего общества. Мы очень надеемся, что ситуация будет меняться в положительную сторону. Ну, получается, что мы с некоторым опозданием, да, вливаемся вот в этом плане в европейскую семью, потому что вот этот единый телефон – это пока еще только вопрос, который решается, и, ну, мы надеемся, что будет решен на уровне правительства. Но вот меня лично как бы тревожит то, что вы говорите о том, что это осуществляется на какой-то проектной основе. То есть, ну, ну, государство как бы тем самым демонстрирует, что оно может дать, а может не дать средства там, на следующий какой-то период. Как все-таки сделать это более, ну, прогнозируемым, более стабильным? Эту помощь? Мне кажется, что мы очень много уже за эти 4,5 месяца уже показали, что действительно стоит вкладывать деньги в кризисный телефон, потому что, ну, действительно рост звонков очень-очень виден, и понятно, какие проблемы превалируют, над которыми мы должны работать, и все это решается как бы уже комплексная ситуация. Вот насчет телефона 116-123, там МВД была закупка на полгода, но я так полагаю, что все равно это будет продолжаться. Во всяком случае, в генеральном плане Министерства здравоохранения это как бы мы видим, что планируется продолжить финансирование этого телефона. И мы очень надеемся, что это не, ну, не останется только на бумаге. Во всяком случае, это наша обязанность перед Европой тоже. Мы должны его внедрять, потому что, ну, это все-таки единый телефон. Ну, чтобы понять, если вы находитесь, например, в Германии и пользуетесь оператором германским, то, набирая такой номер, вы попадете на такой же телефон кризисный в Германии. Да? Но для Латвии пока что были, существуют разные телефоны, которые работают. Вот, например, телефон для детей уже внедрен. Это 116-111. Это и тоже единый телефон, который уже работает в Латвии. Также работает телефон, тоже который, с которым работает служба Сталбес, да, кризисный центр. Это телефон для пострадавших от насилия. Тоже 116-006.
Ну и теперь мы как бы подошли к тому, что нужно, и вот этот кризисный телефон для социальных проблем для людей, общий кризисный телефон, который, мы надеемся, будет работать, и будет тоже, сказал бы, будет возможность со своими специалистами действительно оказывать качественную помощь для людей. Вы упоминали о том, что на телефон доверия стали звонить родители и дети, которые вот мучаются от удаленки, которые устали от того, что они находятся один на один с компьютером, они общаются с одноклассниками или не отправляют своих детей в школу. Вот какие проблемы там вы слышите, какие проблемы проявились в этом ключе? Ну, здесь опять немножечко надо смотреть на то, что мы работаем с населением, которое совершеннолетнее. Uh-huh. Если нам звонят дети, мы их выслушиваем, но советуем им звонить на телефон доверия для детей. Это инспекция по правам детей 116-111. Это телефон специально для детей и их родителей, связанные с проблемами для детей. Но, конечно, мы чувствуем то, что мы чувствуем, что звонит много родителей. Действительно, это система, когда дети постоянно находятся дома, когда родители в ответе о том, насколько эти дети учатся, не учатся, они должны помогать им. И дети, вот они же по своей природе в какие-то моменты должны все-таки социализироваться, они должны быть между своих ровесников. Ровесников. А здесь, оставаясь совсем все время дома, все время с родителями, они теряют интерес к учебе, они теряют мотивацию учиться. И вот эта вот проблема, и эта проблема касается не только детей, а и родителей. Ведь они чувствуют, что они не знают, как помочь. Как с ребенком работать, как его вывести из этого состояния, когда ему уже все равно. И это в основном была тема, на которую родители звонят. Я очень надеюсь, что сейчас ситуация немного улучшится, во всяком случае, летом, и все-таки будет возможность быть на природе, быть где-то людям вместе, какие-то мероприятия для детей вместе, что это немножечко расслабит ситуацию. Но все равно эти проблемы, которые мы уже в течение года нажили, они ведь не уходят просто так. Uh-huh. Их надо решать. И они могут появиться в любой момент. Поэтому если вы чувствуете эту проблему, если вы чувствуете, что ребенок в депрессии, что его уже ничего не интересует, надо искать помощь. И сейчас действительно есть варианты, из которых выбирать, чтобы эту помощь получить. Можете звонить в первую очередь к нам на кризисный телефон. Это чтобы в той ситуации, в которой вы находитесь, вы могли решать конкретно свою проблему. И наши специалисты вам тоже скажут, что еще вы можете делать, какие шаги вы можете предпринять в вашей ситуации и дальше уже искать постоянную помощь. Чтобы, ну, звонок на кризисный телефон, это не решит ваши все проблемы. Это первое, но его нужно сделать. И я призываю не стесняться звонить по любым причинам. Большие они, маленькие. Если эта проблема вас не оставляет, если вы продолжаете о ней думать 2-3-5 дней или месяц, значит, она вас тревожит, значит, вы должны о ней поговорить и искать решение. А мы вам попробуем помочь. Угу. Еще раз повторите, пожалуйста, номер телефона, чтобы, может быть, люди запомнили или записали. Это телефон 67-222-922. Угу. 67-222.
9-2-2. Угу. Если вы не успели записать, то вы всегда можете зайти на нашу страничку по интернету и написать хотя бы в Google «кризисный телефон». Я уверена, что первое, что вы увидите, это кризисный телефон «Сталбес», потому что мы действительно работаем уже очень давно. И звоните, не стесняясь, в любое время суток. Спасибо. Астра Озола, руководитель проекта кризисного телефона, доступного 24/7 в нашей стране, человек, который добивается, чтобы и в Латвии появился тоже единый европейский телефон 116-123 для того, чтобы люди могли обращаться со своими проблемами в любое время дня и ночи и получать помощь от квалифицированных специалистов. Люди, которые работают в этом центре, это действительно профессионалы, это психологи квалифицированные не только со знаниями, но и с чувством призвания такого к этой нелегкой очень работе, к возможностям помогать другим людям, нашим соотечественникам, переживать какие-то трудные моменты в жизни. И еще раз тоже хочу повторить тезис, который озвучила Астра, что не нужно пытаться, ну, уйти от проблемы, замести ее от ковер. Все-таки лучше, когда ее начинаешь проговаривать. И более того, сейчас появилась возможность не только получить по телефону такую помощь, но и как заочные, так и очные консультации. И вот наши сегодняшние гости также это все координируют. Спасибо огромное Астре Озоле за ее рассказ. Желаем вам успехов, вашим сотрудникам, вам лично. Надеемся, что эта тема для правительства будет оставаться приоритетной. А я, Людмила Прибыльская, сегодня прощаюсь с радиослушателями. Звукорежиссер студии Родион Золотарев. Всего доброго. В эфире была программа «Подоплека».